Всем привет! В этом ролике мы будем плить огнеупорный кирпич четырьмя видами самых дешевых дисков, чтобы наглядно можно было понять, какой из них наиболее эффективен. Опытные строители могут подумать: всем и так понятно, что нужен обычный алмазно сегментированный диск, он же сухорез. Но из опыта моих платных консультаций я понял, что большинство этого не понимает и очень часто покупают универсально турбированные диски без сегментов для сухого и мокрого реза. Большинство консультантов, с какими я общался в магазинах, также не до конца понимают разницу в видах таких отрезных дисков. Для меньшего износа дисков кирпич я предварительно замочил в воде на несколько минут. Это самый обычный сегментный алмазный диск. Он же сухорез, без приставки турбированный. Рез у него быстрый, диск не дает сколов, и на кирпиче не видно черных следов от трения. Здесь я пилю кирпич турбосегментированным алмазным диском. Скорость срезания немного медленнее. Диск дает скол на кирпиче и оставляет черные следы. Это самый дешевый абразивный диск по кирпичу. Пользоваться таким достаточно опасно. Скорость среза очень низкая. Есть сколы, и кирпич сильно чернеет от подгорания диска. Если бы в этом тесте я предварительно не вносил кирпич, то все диски кроме первого, вероятно, вообще бы не справились с резом этого огнеупорного кирпича. На профессиональном предкорезе скорость такая же, как у сухореза, но качество самого реза намного выше. Всем удачи, подписывайтесь на канал, дальше будет только интереснее.